Пришли в магазин за покупками. Егор пока в примерочной, брюки меряет. Ярику уже выбрали кеды на сменку. Магазин большой, ассортимент хороший. Еще надо Илюшке мне футболок посмотреть. Курточки, жилетки интересные, различные на Анютку. Потом можно что-нибудь ей тоже присмотреть. Померили брюки одним, большие. Нужно искать размер. Егору подобрали брюки кое-как. До нашего размера все никак не было. Рубашку купили. Будет красивый мальчик у нас, нарядный. Тебе галстук или бабочку нужно купить? Нет. Ну ладно. Еще спортивные штаны надо посмотреть. Идем с магазина, купили ребятишкам обновки, Илюшке штанишки купили и обувку. Анечка, покажи свои новые кроссовки. Какие красивые, блестящие. А Илюшке взяли ботиночки. На замочках, липучках. Нравится? Да, нравится. Мои кроссовки еще блестящие. Блестящие. Да, блестящие, со шнурками. Вот у Анютки новый самокат. Покупали в Галамарте, взяли всего за 300 рублей. Илюшке я взяла еще две футболочки, выбрала. Синяя, зеленая с машинками. Он нас очень любит их. Все хорошего качества, все прошито. Никаких ниточек нигде не лишних нету. У нашего российского производства хлопок. Кожа будет дышать. Отличного качества. Егорка выбрал себе рубашку. Все очень придирчив. У нас в цвете, что там не сильно голубое, никакое. В общем, выбрал себе темно-синий цвет, однотонку. Хотела, чтобы он взял какие-то полосочки, может быть, не... либо мелкую клетку. Ничего не захотел. Выбрал себе просто однотонную. Кстати, прошито все тоже очень хорошо. На... К телу очень даже такая приятная, размер S. Цена 500 рублей. За такое качество вообще просто отлично. Взяли им брюки, кое-как выбрали, нашли размер. То длина, то ширина, то в талии что-нибудь не так, то еще что-нибудь. Кое-как мы подобрали, тоже не захотели брать ничего серого, хотя у нас форма в школе серая. Хотела что-то в сером оттенке взять. Ничего не захотели. Были синие красивые брюки. Их размера не захотели. Вот кое-как нашли. Ну, простая черная классика. Прошито все тоже хорошо. Нашего российского производства. По 1100. Хорошего качества. Мне очень понравилось. Магазин, кстати, большой, хороший. Большой, огромный ассортимент. Есть из чего выбрать на любой карман. Взяли кедики. Ярик выбрал себе кеды. Думала, возьмет кроссовки себе на физкультуру. Не хочет. Захотел просто кеды. Классика, ничего лишнего. Никаких рисунков. Егор-то у нас выбрал вот такие кроссовки себе на физкультуру. Ну, хорошо смотрятся. Тут даже какая-то как под замшу сделана. Легкие, удобные. То есть я думаю, что хорошо будет ему. Выбрали. Выбирал из трех расцветок вот эту взял. Но она более нейтральная, никаких таких ярких цветов здесь нету. Пестрого какого-то голубого, красного, кричащего, что все было в контрасте у нас. Ну и, конечно, не могли мы зайти в канцелярию. Мимо проходили, были и в Галамарте, мы были и в Монетке. Зашла в Галамарте, вот взяла картон. Ну, хороший, по 20 рублей, 7 цветов. Такой достаточно яркий. Хорошие цвета, не тусклые, не размытые. Альбомы взяла по 30 рублей мальчишка. Вот это для Вадика, он любит фиксиков. Женьке взяла Hot Wheels. Ну, Егору взяла просто попроще, чтобы никаких акцентов не было лишних. Дневники Егорка себе с граффити захотел. По 60 рублей. Это Женя.
и улыбающаяся канцелярия для Вадима. Хорошие светлые странички. Все пропечатано. Можно личную информацию, расписание, кружков, уроков. Все отлично. Обложка плотная. То есть я думаю, что на весь учебный год нам хватит. Мы еще купили обложки для них плотные, для дневников. Поэтому я думаю, что хорошо, это хорошо долго прослужит. Взяла тетради, потому что понабрала тут в клетку, а в линейку не было. Раз они уже в старшей школе учатся, поэтому взяла им предметные тетради. Тут даже есть много подсказки, чтобы им было немножко попроще. Раз заглянули, посмотрели что-то. Тоже качество хорошее. Взяла вот три по литературе, три по русскому языку. Точно так, такая же тетрадка со справочным материалом. Можно что-то посмотреть. Самые основные. Потому что не всегда же все в голове укладывается. Иногда что-то забывается. Там вот, пожалуйста, посмотрел. Ничего. Качество хорошее. Всего по 9 рублей тетрадки. Анечке взяла резиночки. Я такие уже ей брала, только в коричневом варианте. Сейчас, кстати, давайте посмотрим. Тянучку. Мы еще им не пользовались, так они у меня лежат. Ой, улетела. Нет, кстати, это. Ничего, хорошо тянутся. Потом я еще возьму какой-нибудь в розовом там и в сиреневом есть варианте. Возьму еще что-нибудь. Ну, конечно же, наши игрушки. Как мы не могли мимо игрушек-то пройти. Взяла набор для бейсбола. Стоил он 700 рублей. Я его взяла за 89. Будем на улице играть. В эти выходные хорошую погоду обещают, без дождей. Так пойдем поиграем на улице. В бейсбол попробуем поиграть. Взяла самолетики. Вот эти самолеты всего по 30 рублей. А были они по 100 с лишним. Самолет запускалкой. Сделан из хорошего толстого пластика. То есть через 5 минут он точно не сломается. Можно спокойно его запускать. То есть пойдем тоже в выходные. Все это возьмем с собой. И всей дружной компанией поиграем. Так что вот, дорогие друзья. Такие у нас покупки. В общем, опять и канцелярия, и одежда, и игрушки. Дети счастливы, довольны. А вы смотрите нас. Подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями. Всем пока-пока.